Потоп случился в поликлинике на Изыскателе. Об этом нам рассказали пациенты филиала, которые стали свидетелями случившегося в медучреждении. Сегодня они принесли в нашу редакцию фотографии, и сейчас вы видите их на своих экранах. Люди рассказали, что утром попасть в здание через центральный вход было невозможно. Его перекрыли с тем, чтобы избежать неприятностей. А для пациентов открыли дополнительный вход. В самом помещении от воды на стенах стала осыпаться штукатурка, а с потолка капала вода. О том, что случилось в поликлинике на Изыскателей, рассказал начальник производственного отдела дирекции муниципального заказа Николай Шаран. Откосная планка карниза оторвалась. И при дуновении ветра она стучала. И они побоялись, что она отлетит. На сегодняшний день у меня справки подписаны заместителем по хозчасти, пока нет, пока мне подрядчик не прислал. А откосную планку прикрутили.